С момента образования службы сотрудники активно включились в работу по противодействию незаконному обороту наркотиков. За это время было раскрыто около 2500 преступлений. Это сбыт, хранение, изготовление, контрабанда и перевозка запрещенных веществ. Пресечена деятельность более 200 преступных групп. На территории города ликвидировано 250 наркопритонов. У наркодельцов изъято свыше 300 килограммов наркотических средств. Перекрывают и каналы поставки наркотиков из соседних регионов и стран, в том числе Абхазии, Украины, городов Москва и Санкт-Петербург, откуда в большинстве случаев поступают крупные партии. Так, в прошлом году оперативники изъяли более 35 килограммов различных препаратов, находящихся в незаконном обороте. За реализацию были задержаны двое жителей курорта, которые распространяли их через собственный сайт. Оперативники обнаружили 255 тысяч таблеток и более 2000 ампул, ожидавших покупателей. Стоимость изъятого по примерным подсчетам составила около 1 000 000 рублей. А задержание в марте прошлого года в Сочи двух наркодилеров позволило выйти на крупный канал поставки из стран Восточной Европы. Всего за 2015 год сочинской наркополиции из незаконного оборота изъято 46 килограммов наркотических и психотропных веществ.